Эдуард Старший. Годы правления с 899 по 924. Эдуард был старшим сыном короля Альфреда и, вероятнее всего, родился в 871 или 872 году. Он был коронован в Кингстоне на Темзе 8 июня 900 года. Его восшествие на престол оспаривал его двоюродный брат Этельвольд, сын короля Этельреда, который был в детстве отвергнут в пользу Альфреда. Эдуард вскоре прогнал его, и он нашел убежище в Данло, откуда продолжал совершать набеги, пока в 904 году его войско окончательно не было разбито, а сам он убит. В ходе своего правления Эдуард восстановил свои права на территории к югу от Хамбера, что относился к Данло. Датским королем Йорка, королем Шотландии, королем Стратклайда и другими правителями меньших территорий Эдуард был признан сюзереном. Эдуард был женат трижды. Первая его жена, Эгвина, стала матерью его преемника Этельстана. Вторая жена родила ему двух сыновей, которые умерли еще во младенчестве, и шестерых дочерей, четыре из которых заключили выгодные брачные союзы в Европе, а две дочери стали монахинями. Последняя жена Эдуарда родила двух сыновей, Эдмунда и Эдреда, ставших впоследствии королями. Эдуард Старший умер во Фарндоне-на-Ди в Мерсии 17 июля 924 года и был похоронен в Винчестере. Его вдова Эадгифу пережила его на много лет и умерла в царствовании своего внука, короля Эдгара, 25 августа 968 года.